Банальная, казалось бы, авария, случившаяся вчера в половине 11 вечера на Екатеринбургской улочке Самолетной, не только расстроила ее участников, но и немало удивила журналистов. Предыстория ее проста. Да как, стоял, поворачивал, стукнули, все, больше ничего не понимаю. Чуть подробнее. Серебристая «девятка» совершала нехитрый маневр поворота с дороги на стоянку. В это время на встречной полосе появилась не в меру спешащая белая «девятка». Одну тачку чуть повело, шофер не смог затормозить, в результате удар и две одноконвейерницы, каждая в своем сугробе. Все водители и пассажиры живы и здоровы. Виновник, казалось бы, очевиден, но пострадавшая сторона не спешит во всем винить своего оппонента. Александр Быстров, хозяин серебристой «ласточки», поведал такую загадочную историю. Эту машину он купил год назад абсолютно новой, и за этот год в подобные передряги она попадает уже в пятый раз. Не то чтобы Александр не умел водить, нет. В него всякий раз врезаются, когда машина либо стоит, либо безобидно куда-нибудь сворачивает. Пытаясь избавиться от такого фатального невезения, мужчина перепробовал все, что угодно. Даже папа приглашал осветить машину, но ничего не помогло. Похоже, остался один надежный, проверенный способ продать эту неудачную машину. Возможно, у другого хозяина станет менее строптивой.